В микрорайоне Богородский прошла плановая промывка сетей водоснабжения. Работы проводились по поручению главы городского округа Щелкова. Для того, чтобы устранить накопившееся в трубах загрязнение, к ним подключаются компрессорные установки. Операцию по очистке водопроводных сетей выполняют специалисты межрайонного Щелковского водоканала совместно с управляющими компаниями, действующими на этой территории. На сегодняшний день мы проводим промывку внутриквартальной водопроводные системы микрорайона Богородского. Вот. Мы заранее уведомили управляющие компании о том, что эти работы будут проводиться. Многие управляющие компании, тут их 4, откликнулись, перекрыли свое имущество, параллельно ведут с нами работы. Специалисты управляющих компаний отвечают за сети внутри жилого фонда. В Богородском обслуживанием 14 домов занимается УК «Домжилсервис». После промывки квартальных сетей промоем всю систему и заполним уже чистой водой. Как быстро это произойдет, если можно сказать хотя бы по времени? Ну, по времени на каждый дом это приблизительно 30-40 минут. Минуты, и уже он чище пошел. Промывка сетей ведется для того, чтобы качество воды в квартирах не вызывало претензий. Мощный напор позволяет удалить из труб различные загрязнения. На сегодняшний день мы видим, что вода нормативная, без света, без запаха. Абсолютно чистая, и мы можем с уверенностью сказать, что вот та работа, которую мы вели фактически полгода, мониторили участки, промывали, провели ремонт фактически на двух участках, уже которые находятся в зоне ответственности Щелковского водоканала, дают положительный результат. Для промывки сетей используется кислородный компрессор. В системе нагнетается воздух и избыточное давление. Таким образом происходит, по термину специалистов, барботаж. На концах линий ставятся стендеры, через которые сбрасывается технически загрязненная вода. Эти плановые работы по промывке внутриквартальных сетей будут проводиться регулярно. Вот. И единственное, что я могу сказать, что приношу извинения за временные неудобства, вот. Но качество подаваемого ресурса, он нагляден, его видно. Алексей Монмарь сообщил, что в микрорайоне Богородский, как и на других территориях округа, плановая промывка внутриквартальных водопроводных сетей проводится дважды в год с интервалом в 6 месяцев. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.